Дракуля в личку присылала мне фотографии Андрея. Ну, она сначала подмазаться хотела ко мне, присылала фотографии с вопросом, это Андрей? Ну, во-первых, даже если бы был там Андрей, это такая наивная, что я там типа скажу, да, это он. Ну, присылала левые какие-то фотографии, я говорю, нет, не он. В итоге она там в конце написала, да нет, это он. Я говорю, ну, окей, пусть будет он. Ну, они почему-то решили, что это именно Андрей Большаков, потом типа мама его там. Превратишься в какашку. Что же ты такое?